Нет, он садится за ящик, это значит, что он засчитывает прострел текстуры в голову. Значит, он пострелял уже в ящик. Но. Так там же эти уголки текстуры не тоже. Не, вот так все равно, это круто. Я уже видел чувака, который прячется и стрелял уже в ящик. Там понимаешь, в чем прикол? Ну так правильно, так многие так делают, это же просто. Он в это время был в воздухе, по-моему. Вот в чем прикол. Наверное, когда он прыгал, понимаешь? Вот что я не понимаю, что засчитывает вот эта игра? Вот тебе четвертый раунд, минус 4 от Холлана, который сам все раскидал. Шестой раунд, минус 4 от Эдварда, от Гвардиана, который сам все раскидал. Это Капсом написал. Капсом все. Тут записки сумасшедшие. Как он раунд берет? Не просто быть аналитиком. Не просто быть аналитиком, бери ручку и умничай. Вот еще, брат. Холден, да? Да, просто тупо чувак минус 3 делает. Короче, я поняла, играет не Нави и Luminosity, играет Холден против Гвардиана, это просто жесть. Это просто шикарно. Так, ты понимаешь, что... Вы вообще других игроков видите здесь? Я нет. Смотри, главное, этот круто попадает, реально, по второму лучше вышаться. Тот точно так же. Сейчас все. Кто последний остался? Один босс убил другого босса. Есть, да. Вот он убил. Смотри, что делает. Смотри, что делает этот Холлан. Он смотрел в потолок. Я хочу посмотреть глаз Холлана, как он это сделал. Он смотрел вверх влево. Там было три тека и два калаша. Три тека и два калаша. Так и чувак капитан еще, не знаю, как он. Ребят, мне страшно. Ты говоришь, Нави не палит тактики, ты говоришь, типа, они знают, что же выходит из группы, они говорят, что не палит тактики. Что это за прикол? То есть они даже уже... Не, они, он просто не боятся ничего. Они в Бразилии навидались уже. Бразилия — это страна, где живет очень много диких обезьян. Диких фолонов. Когда вы какой-то Counter-Strike, они никого не боятся. Ну, не, на Мираже я знаю. Я знаю, где там Тетрис, типа, между... Дельпан, ну там ковры, туда-сюда, палас. На Мираже больше всего играл. Знаю, как кинуть, типа, этот смок, чтобы окно засмочить, но никогда не получается, знаю, теоретически. Здесь теоретических знаний. Ну все. А это как это называется? Какой-то секрет рум дальше? Вообще, на самом деле, все по-разному называют. Я слышал, потому что там на одно и то же место, как называли, вон то, искра, какой-то столб, еще какая-то у всех по-разному, простите. Мне понравилось. Но на самом деле, ладно, мне искра понравилась. Даже неудивительно, Ярослав, вообще не на секунду. Я люблю, на самом деле, КС посмотреть, когда нормальные пацаны играют. Прикинь, в КСе можно было бы банить пушки. Пушки? А, стволы? Ну, блин, можно сделать такой мод, типа, фановый будет, банить стволы. Тут карты банят? Карты банят, да. Везде разные банят. Видишь, у нас героев тут карты. В доте сложно забанить карту. Это будет немножко тяжелая игра. Ты приучай кого хочешь, если Фоллан не промазывает. Фоллан... Три, два подряд. Фоллан крутой. Все. По логике, да. Три, минус три. Фоллан крутой, но он не бог. Да, он не бог, но ты любые три минуса можешь бросить, а он в этой игре делает минус 4, минус 3, минус 4, минус 3. Я имею в виду то, что когда ты приучаешь, и ну, понимаешь, то, что от этого действия каждый раунд ты уже можешь навязывать свою игру. Ты можешь бросить дымы, но не выйти туда. Ты можешь выбросить дымы, выйти через какое-то время. Надо перетягивать этого Фоллана туда-сюда. Но этот играет по всей карте, Лёша! Да, то, что говорил Леша, он сможет играть по всей карте, да. Или кто-то говорил, да, что... Да, я говорил, что очень большое пространство карте для Авика на этой карте. А когда Авик такой, сами видите. 15 денег! Так еще понимаешь, что самое? А это уже... Это... А кто первого выиграл? Это Залтан за второе третье место. Это Luminosity выиграли первую тоже, да? А я говорил, смотри, мне говорит, там Нави халявная группа, я говорю, да их Luminosity. Оп-оп! Он мне не верит. Это EasyCut. EGB.com. Твои руки. А что EGB.com? Там что, там были коэффициенты? Хорошие были.
Да ничего страшного. У нас комментаторы комментируют, что 20 минут после того, как игра закончилась. На перезарядочке. Все. И все.